декабре 2023-го на телеканале ТВ-центр состоялась премьера второго сезона сериала «Слепой метод». Это картина от режиссера Сергея Борчукова, главные роли в которой исполнили Дмитрий Исаев, Евгения Вайс, Максим Виноградов и Нина Скаловская, Глафира Тарханова и другие. По сюжету отставной офицер полиции Анатолий Акимов чудом выжил. После покушения лишился зрения, однако на этом его карьера следователя не заканчивается. Неожиданно с появлением в его доме домработницы Ксении Воронцовой он снова начинает заниматься поиском преступников вместе с ней. Но сможет ли Акимов найти своего главного врага? Того, кто организовал на него покушение? По предварительной информации, дата выхода третьего сезона сериала «Слепой метод» запланирована на 2024 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.